В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области задержали группу лиц, подозреваемых в организации и проведении незаконной игорной деятельности на территории региона. По данным полицейских, двое жителей города Обнинска, мужчины 48 и 40 лет, арендовали помещение, в котором разместили игровые столы для проведения азартных игр, фишки, игральные карты, а также подготовили помещение для работы бара. На работу в организацию принят обслуживающий персонал, который выполнял функции администратора, охранника, бармена, крупье. Тем самым подозреваемые создали условия, необходимые для обеспечения деятельности по проведению азартных игр. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время деятельность казино прекращена, игровое оборудование изъято. За совершение противоправных действий фигурантам уголовного дела грозит до 4 лет лишения свободы.